Привет, дорогие друзья! Вы на канале Хэмбэ Гейм, и мы продолжаем прохождение замечательной игры Horizon Zero Dawn. Чё, погнали? У нас тут вообще церемония должна быть, благословление. Вот. Так. Кто такая Тирса? Тирса, я не помню. А, нет, помню. Это же те чуваки, которые всех воровали. Так, ну ладно, бухнем. Так, благословение. Где мое место? Мальчики, девочки. Элой, во. Становись вон туда, дитя. Молитвенный фонарь твой. Я его сделала. Ого! Нигер исчез! Исчез! Нигер! Дети мои! Ваши, перед да. Перед каждым из вас молитвенный фонарь, сделанный вашей матерью. Зажгите его в ее честь. Так. За вот, за... Честь Раста. За Растика. За все, что он для меня сделал. За бородатого Растика. Нормально. Великая мать, услышь нашу молитву. Что есть дитя, как невоплощенная мечта матери? Маленький огонек, парящий над землей в дыхании ветра. Он будет плыть по небу, пока не угаснет и не упадет. Так, от одного к другому. Передаются узы любви. Ля, как красиво. Они летят еще? Блин, ну было бы круто. Было бы круто. Ладно, что там? Если у Валы есть хотя бы десятая часть сил ее матери, кем пиздеть? Кем пиздеть-то? О, вон туда же бежать. А тут то что? С тобой попиздишь. Ну, неплохо все прошло. Ну, то есть быстро. Но с огнем любой азерамский мастер устроил бы что-нибудь позрелищней. Ой. Извини, что я так о вашем священном ритуале. Было красиво. Правда? Эй, ты не сказала, как тебе мое выступление? Я про жреца и фрукты. Не произвел впечатления? Вообще, вот на меня нет. Удачи на этой вашей инициации. Может, еще увидимся в мире Диане. Иди мало нахуй. Угу. Эх, жаль, что в этом году с нами нет. О, а вот с ним можно попиздеть. Ну, Олин. Знаешь мое имя? А, Рен сказал. Объясни, почему ты так странно себя вел? Это все праздник. Не люблю шумные сборища. Пойду лучше прилягу. Отвечай на мои вопросы. Ладно, сейчас всеку тебе. Мне скрывать нечего. Давай. Впервые встречаю кого-то с визором. Где ты его нашел? В руинах, к северу от жилы. Так мы называем земли озером. Их земли просто набиты железом. Стальные гиганты, погребенные в рыхлой почве. Пещеры, которые предтечи пробили в скалах. Заманчиво. Я нашла свой визор в такой же пещере. В руинах предтеч. Раз сама шаришься, и так все знаешь. Там и ищи свои ответы. Я при чем? Ну, а что ты, блядь? В смысле, при чем? Что ты здесь делаешь? Зачем пришел к Нора? Ренду нужен был разведчик, а заодно собутыльник. Вот и все. Чтобы наш жрец не потерялся. Когда все кончится... Снова займусь своими руинами. Буду шарить там детали и продавать свои находки. Ты исследователь? Я обычный человек. Всем надо как-то кормиться. Я вот состою на службе при королевском дворе. И все. Ну, может, ну, когда мы говорили, ты вздрогнул. Как будто от боли. Или от страха. Визор что-то показал? Ничего он не показывал, я же сказал. Просто сбой. Часто случается. Да у него он сломанный. Ты не умеешь врать. А ты всех подряд обвиняешь во вранье?
Да. Лишь тех, кто не говорит правду. Гнев и пламя. Я человек простой, мне скрывать нечего. Не веришь мне? Твои проблемы, не мои. Бля, лысый, ну что ты? Я не понимаю. Мы столько можем обсудить, а ты спешишь от меня отвязаться. Я просто не хочу тратить на тебя время. Вот ты какой. Я привыкла, что меня сторонятся. Вот ты какой. Думала, ты не такой. Ничего личного. Правда. Ты иди. Наслаждайся праздником. Завтра большой день. Не трать свое время впустую. Че ты оглядываешься? Ты че такой подозрительный? Я уверен, что победит Бар. Тоже с молотком. О, здорово. Богиня дала нам эту землю не просто так. Ладно. Ладно, хорошо. Дала вам не просто так. Ладно. Все, я понял, принял. Так. Куда там нам надо? Войти в дом охотников. Погнали. Ща как войдем, да как не выйдем. О, костер. Сохранится. Побыром, побыром. Так. Че, проткнешь меня? Безродная погонь. Ах ты мудак. Что ты сказал? Иди спать, изгой, пусть тебе приснится победа. Только во сне такое и может быть. А, так тут люди спят. А то при виде тебя подумала, тут выгребная яма. Ты? Тебя не должно здесь! Мудак ты, блядь. Тебе твое копье в жопу засуну в следующий так, раз. Так. Смотрите, кого к нам занесло. Явилась, безродная. У тебя до сих пор шрам от камня, который я в тебя кинул. Хороший сувенир на память. Ну и погонью же ты бываешь, Баст. Завязывай. В этом году на празднике слишком лох. Интересных слов. Я тебе камень в жопу засуну. Прикусила. Смотрите-ка, даже хотя... Дело одеться, как Нора. О-о. Свинья в медвежьей шкуре. С тобой у нас дружбы не выйдет. Да никто не станет водить дружбу с изгоем. В сердце матери тебе делать нечего. А уж на инициации тем более. Ой-ой-ой. А давай вот... Нет, я не знаю. Уже давай чуешь? Вот. Сам понял, что проиграешь. Я всю жизнь готовился к инициации. Всю жизнь проиграть хотел. Я ничего не боюсь. Правда? Что же ты тогда так кричишь? Я помню день, когда подарил тебе этот шрам. Так это было приятно. Да. А уж какое у тебя было лицо, когда я вышибла у тебя из руки камень. Но вот об этом ты наверняка никому не рассказываешь. Надо было тебе в ебало кинуть. Позорным клеймом. Ты только сделал меня сильнее. Подожди, сам увидишь. Ну да, скучно с тобой. Все, Баст пошел спать. Это я тебя завтра удивлю, дикарка. Да, да, да. Не ты. О, ты заткнешься? Вот бы удивил. Так, ну давайте со всеми попиздим. Хорошо, ты ему выдала. Теперь он заткнется. По крайней мере, до утра. Кажется, мы не знакомы. Я Элой. Да я знаю, кто ты. Соперница. Остальные-то, конечно, пройдут. Ну, как-то. Но победить можем только Баст, ты и я. Вала. Ну, приятно познакомиться. В топе и списка, да. Ёп. Я намерена победить. Никогда не празднуй победу раньше времени, дитя. Мать всегда так говорит. А теперь ты извини, я ложусь спать. Надо же все-таки набраться сил, чтобы завтра тебя уделать. Твоя койка вон та. Ясно. Спасибо. Моя койка вон та. О, бля, нихуя себе мне апартаменты-то выдали. Как тебе в сердце матери? Довольна? Впервые спишь в доме Нора, тут все под одной крышей.
Так. Неплохо. В целом, довольно мило. Тут хорошо, когда ты своя. В том-то и дело. Тебе здесь найдется место, правда. Отдыхай. Ой, главное, чтобы никто ничего не учудил, пока она дрыхнет. А то вот это вот, мы знаем вот это вот. Вот это вот в армии еще было, когда тапошки вот эти вот выворачивают там вот это вот ночью. Или еще вот такое вот что-нибудь. Ну, вроде бы ничего, пережил. Видочки здесь, конечно, я его, Алибаб. Что ты руками машешь? Парниша-то отстает, отстает. Ебанов дохуя. А ты какой? Щенок, блядь. Войне, приготовьтесь! Что мне сделать, чтобы от тебя избавиться? О, поумнить! Для начала. А чё, куда? И шо? О, я не попал, блядь! Воу-воу-воу! Ты, блядь, полегче, парень! Вау! Смотреть по сторонам! Нет, 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 нет. Сегодня не твой день, жвачка. Бля, стрелы, стрелы, стрелы есть, все. Опа, минус. Отлично. Залутать быстрее. Опа. Ой, я что-то взял. Опа. Ах ты пес плешивый. Разбился твой трофей, изгой. Придется раздобыть новый. Новый? Я уже тут штук 5 положил. В смысле? Вы что, охуели, что ли там? Знаете, быстрее, давай! Все, забрался. Надо их догнать. Давай, 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 давай. Охренеть, охренеть. Вот для крыса какая, а. Надо их догнать. Давай, 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 давай. Не торопитесь. Главное дойти до конца. Все дошли, кроме изгой. Где она? Она была за мной. А я думал, дойдет. Дойду, не переживайте. Дойду и побыстрее вас. Ты последняя. Можешь уже не спешить. Победит Баст или Вала, но воином ты станешь, если дойдешь. О, стой! Это старая тропа. Двое недавно погибли. Там опасно. Поебать. Давай. Тоже лучше быть последней, чем мертвой. Воу-воу-воу-воу! Ты что, чокнутая? Убьешь ли? Молодец. И дальше не будет легче. Это же верная смерть. Молодец. Побежали. Нет, пути нет. Побежали. Мы сможем. Давай, 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 давай. Оба.
Быстро, живенько, живчее, мы сможем, вперед, нормально. Вперед! И все там отсосут. На старой тропе? Она свихнулась? Хорошо, я их догоняю. Отлично, ты их уже, походу, перегоняешь. Как она туда забралась? Давай, 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 давай. Спуститься по веревке, давай. Оба, нихуя себе ты, баклажан. Давай. Блин, вот если бы не тот урод, нам бы было бы проще. Хотя он бы что-нибудь другое учудил бы. Ты учила племя, а меня учила жизнь. Да, да, давай. Ты давай. Сможешь. Покажи. Тебя воспитала жизнь, тебя воспитала улица. Давай. Отлично. О, гляди, потихоньку, да полегоньку пройдем. Давай. Угу. Ну шо, лошары. Обогнаны. Обоссаны. Она не победила! Победила! Она жульничала! С чего? Изгой стал победителем? Да. Нет. О! Она не изгой, а воин. Ты смогла? Как и вы все. Осталось возложить трофеи на алтарь. Но Элой, прежде изгнанная, а теперь воин, стала среди вас первой. Ох ты! Охренеть! Элой! Бегом! Ведите огонь, пока наши не подойдут. Бля, что за крысы? Надо уходить! Там выход! Но под огнем не добраться! Мертвые не стреляют. Отвлеки их, а я подберусь. Баст! Баст! Ты с нами? Я с вами! Пошли. Давай, наконец-то! Давай. В критической ситуации у тебя появляется разум. Так, подожди, подожди, подожди. Начис, сука. Почему я убил? Их много! Там конец! Начис, Кида. Да умришь ты, блядь. О, кумпол-то прилетает. Все их сдержать, блядь. Ау, дай только патроны скрипать. Смерть захватчикам! Так, лекарство, лекарство. Убить светотатцев! Они сильные! Отобьемся. Куль, отобьемся. Нормально все. Нормально все будет, я сказал. На тебе вот, блядь. Лучники из вас, конечно, так себе. Где? Не, не все. Всех убить. Вперед! Быстрее бегите к тросу! О! Еще! Вот мудаки. Убейте всех, чтоб никакой им пощады! Блин, не умирай, нет! За великую мать! Подожди, нет, надо траву похавать. Больше! Сколько их? Я... Оу! Ты чё, индус, блядь? О! Нате, сука! Опа! Ха! Слишком легко, мудозвоны. Да забирай ты! Взять все, все, нахуй назад. А тут что? Тоже возьмем. Их много! Вон они! На гребне! На гребне! На гребне! Где? О! Воу-в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 о
назад! Блять, я уже горю, сука. Великая мать, помоги! Ну бейте их! Называй меня мамочкой. Пау. Не надо никого убивать. Нахера вам убивать, Пол? Ну что, что вы пришли, блядь? Они сильны! Мы сильны. Нет, а вот вы? Нет. Лучник из тебя, конечно, так себе. Смерть захватчикам! Хорошая штука. Вы вот собрались толпой, хули вы не отстреливаете? Давайте, спускайтесь, пока можно. Луки у вас есть. Вы воины, ёбаный стыд. Ого! Вернись! Ого-го! Вала! Вала! Нет! Не смей, мудак! Сейчас рыжая сдохнет! А ну-ка, вперёд! Пиздец вам, грешник. Давай, 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 давай. Ты не скрыться. Ой, тебе что-то в лицо прилетело. У тебя во лбу что-то. Ой. Лалка, блядь, сосать, мать. Чё, суки? Саново бичис. Ебой, я как космодесантник из Вархаммера сейчас. Тем лица буду ломать. Ковырять лица сейчас. Сильный снегопад. Мир белит. Засада, конечно, такая себе у них. Могли бы и лучше засадить. Опа-на! Ну-ка, здрасте. Сзади! Это, блядь. Что за племя такое? Крыса, как жирная крыса подобрался. Обрати свой лик к солнцу, дитя. О, к солнцу? Ты из этих солнцепёков? Ого. Раз. Раз ты не настолько стар, чтоб ему проиграть. Он ещё и стрелой был проткнут. Ну. Опа! Нет! Охренеть! Ёбаный свет, испанский стыд! Исполните долг! Повинуюсь! Охренеть! Вот мудачье. А, он все-таки ее чуть-чуть полоснул. Вот скотина. Ну он чуть-чуть тебя полоснул, ну че ты? Да выживешь. Надо съебывать. Выживи. А, раз, нихуя ты. Скинул ее. Ёб. Воу, раз. Чёрт. Мазафака. Это грустно.
умирает. Ух ты. Ого. Туда нельзя! Это кощунство! Она должна быть рядом с матерью. Блин, раз. Элой, прости меня. Обрати к солнцу. Фух, живая. Сука, спиздили визор. Меня спас. Наверное, меня нашли и перевязали раны. Но почему тут никого нет? О-о-о! Утроба матери в железных вот этих руинах. Моя одежда. Хорошо. Да. Одежда есть, а где визор? Но где мой визор? А, вот он. О. Хорошо. Я внутри священной горы, но сюда же пускают только матриархов. Ого! Я не вижу тут своего лука. И убежденного визора, который сняла с того убийцы. Где они? Я поймала какой-то сигнал. Какой-то сигнал поймала. Подожди, я не в курсах. Я не вкуряю сейчас. Я сейчас вообще похоже не понимаю. Похоже на те руины. Наверное, поврежденный визор. Ага. Тот, что я сняла с убийцы. Он где-то рядом. Вот он. И остальные мои вещи. Так. Ну? Ну-ка, что ты мне покажешь? Ух ты, ух ты, ух ты, ничего себе. Куча критических ошибок. Местоположение, где? Всем командирам приостановить раскопки и проследовать цели. Избегайте контактов с дикарями Нора. У него ожерелье из патронов. Убейте свидетелей. Вот изображение цели. Не подведите. Какой цели? Ожерелье из патронов у него. Держу. С чего ты взял, что я боюсь? Ох ты! Меня видели через визор Олина. Как это возможно? Шпионаж. Олин шпион. Тогда быстрее, я иду. Проводится опознание. Слушать теперь надо не Деда, а меня, это ясно? Ого! А это откуда? И кто? Мамаша, что ли? Мамаша! Ты моя мать? Охренеть! Убить, потому что я похожа. Элой, ты очнулась. Так это вы? Скорее. Охренеть. Куда? Туда, где ты родилась, Элой.
сказать, я родилась здесь, внутри горы? Проще будет показать. Давай, давай, показывай. Покажи мне тут все. Человек Тирса. Тирса. Тирсао. Бабуль, ну... Это нестандартный NPC. Я вас обойти не могу. Вроде бы не толстая, а вроде бы... Зачем я здесь? И на всю... Мы думали, ты умираешь. Но есть проход. Умереть возле матери великая милость. Лэнзера была, конечно, против. Но Джеза меня поддержал. Дверь бункера. Питание выключено. Здравозащитная дверь. Моя мать здесь? Я ее увижу? Мне трудно объяснить. Просто идем со мной. Почему изгоем-то стал? Так говорим же. Но... Она мать, как я, только с короткими волосами? Нет, ты заблуждаешься. О-о-о. Тебя родила не женщина, Элой. О-о-о. Твоя мать сама гора. Я... Что? Ты клон! Ёб твою налево! Идем. Клон! Охренеть! Тебя клонировали? Что это за место? Великий зал. Здесь мать сразила железного беса и родила тебя. Ого. Элой, побоище на инициации стало лишь первым несчастьем. Воины, которые пошли за убийцами, попали в засаду и в плен. Какая связь с тем, где я родилась? Я надеюсь, прямая. Здесь мы тебя нашли. Мы услышали плач, пришли, а ты лежишь. А зачем изгнали? Лежала здесь? Почему не воспитали? То есть я родилась за дверью? Именно в это я всегда и верила. Что ты явилась из утробы горы, что ты дар от богини-матери. Но другие, как Лэнзера, считали, что ты порождение темных сил. Не дар, а проклятие. Но это не богиня. Элой! Это дверь. За ней есть люди? Моя мать? Ах! Охереть. Ого. А они поклоняются технологии. Проводится опознание. Ого. Голос богини. Это женщина. Вот это ты красава. Клонировала саму себя. Ошибка. Альфа-реестр поврежден. Невозможно подтвердить личность. Нет. В доступе отказано. Нет, нет. Почему? Пожалуйста. Воспользуйся визором. По-любому есть какой-то ключ, там, подсказка, может. Не знаю, это же, блин, технологии. Элой, с тобой говорила богиня. Она тебя знает. Вы не слушали? Она меня не узнала. Это из-за порчи. Богиня мне так сказала. Если ты снимешь эту порчу, она сможет тебя разглядеть. Ну, логично. И как мне это сделать? У тебя были видения. Женщина с короткими волосами. Меня хотели убить. Из-за сходства с ней. Их сила вот. Слишком велика. Но может есть другой след? Олин. Это один из чужаков на церемонии. Убийцы увидели меня его глазами. Он из Меридиана. Тебе надо покинуть священную землю. Я всю жизнь была в изгнании. Мне не привыкать. Есть другой путь. Идем. Сейчас увидишь. Вот сратая дверь.
Могла бы и открыться. Там по-любому какая-нибудь хуйня. Дерьмо, навязанное разработчиками. Пойдем. Говорите, племя на грани вымирания? Что случилось? После побоища на инициации мы отправили за убийцами войско. Вернулось меньше половины. О. Хуёво. И как же так вышло? Убийцы были не одни. Они как-то подчинили себя машине, извратили их, свели их с ума. Так убийцы сбежали? Да. И теперь мои сестры согласны лишь петь песни искупления и молить Великую Мать о милости. Вместо того, чтобы самим искать спасение. А вы что предлагаете? Это и предлагаю. Показать тебе, где ты родилась, и отпустить тебя в путь, чтобы ты исполнила свое предназначение. Ух ты, какая! Нас ждут высшие матриархи. Я сама с ними поговорю. Хитрая бабулька-то какая, а? О, прошли с чувака. Знает. Я показала. Сестры, богиня говорила с Элой. Секты. Она велела ей снять порчу. Но как она это сделает? Ей придется отправиться в странствие. Искатель? Так сказала богиня, значит, так надо. Избрать искателем — это отродье! Сестра! Не спорь, Лензра! Хоть сейчас! Это будет ваш грех, не мой! Отправьте ее на поиски и пусть не возвращается! Да что она тебе сделала, блядь, бабулька, чокнутая психопатка? А вот эти две вроде шарят. Элой, священной милостью богини, мы провозглашаем тебя искателем племени Нора. Теперь ничто не помешает тебе исполнить свой долг. Да хранит и оберегает тебя Великая Мать. В добрый путь. Подготовлю все для песнопения. Мы надеемся на тебя. А что значит искатель? Это ты. А это твоя метка. Высшие матриархи в час нужды могут избрать искателя, достойного воина, который отправится на великий подвиг. И неважно, как далеко ему придется уйти. Даже о-о-о. За пределы священной земли? Да. И ты сможешь вернуться, достигнув цели. Или когда будет нужно. Ого. А были еще искатели? Были, но немного. И большинство из них так и не вернулись назад. Раст был искателем? Нет, не искателем. А кем? Что вы от меня скрываете? Сейчас не время, Элой. Может, в другой раз. Ой, да похуй. Наверное, пошли уже. Мне пора. Отсюда отправляйся к вратам объятий. Поговори с Варлом. Он укажет путь до Меридиана. Если кто-то из Нора будет тебе мешать, дай им понять, что ты искатель. Хорошо. К ней удостоверение. Спасибо, Тирса. Личность. Спасибо за все. Пусть хранит тебя Великая Мать, дитя. Вокруг люди снег Нора. И дождь. Скоро мы начнем. Очистите сердца. Сегодня мы будем замаливать грехи, которыми навлекли на себя эту беду. Вон та девчонка. Она все-таки выжила. Великая Мать. Да, я выжил. Проблемы? Она многих спасла. Повезло нам с ней. Конечно, вам повезло. Ушли. Ушлепчикам повезло, да. Я не понимаю, как дождь тут? Снег, дождь, в горах дождь. Вот такой вот во время снега. Это ж мокро, холодно и...
Налейте горячего чаю, ребят. Я бы вот с удовольствием налил. Дождь — это неплохо. Так, ящик. Ящик — это хорошо. Надо ресурсы сейчас собрать, чуть-чуть подготовить. У меня отмечаются руины. Неплохо. Я думаю, в руинах надо шляться. В любом случае. Руины — это приоритет. Наш личный приоритет, как бы. Элой! Элой! Не ори! Хвала! Ходили слухи, но не знал, можно ли им верить, пока не увидел. Так рад, что ты жива. И ты носишь тунику, которую я для тебя шил. Я польщен. А то. Мне надо за врата. Ты хоть представляешь себе, насколько там опасно? Мне нужно пройти. Тогда обратись к Рэшу, он на стене. Это наш новый вождь. Но я не уверен, что он поможет. Почему Рэш не поможет? Ну, он говорит всякое про тебя. Что я безродная шваль и изгой? В таком духе? Да. Я не рад, что его выбрали вождем, но Сона не вернулась из похода. Говорят, что она пошла по следу убийцы одна. Ого. Кто это Сона? Найдем ее. Сона была вождем, но после сражения она пропала. Ты не видела ее в сердце матери? Высокая, худая, темнокожая, с белыми волосами. Ого. Ее дочь проходила инициацию и погибла. Вала ее дочь? Да. Была. Хорошая. Это точно. Твою налево. Мне ладно. Пора идти, Тэп. Храни тебя, богиня. Так они начали с пулемета шмалять, конечно. О. Себе. Давай, о, я слушаю. Откройте врата. С какой стати я должен слушаться всяких изгоев? Меня выбрали искателем. Открывайте. Тебя? Искателем? Да. Тирса и Джеза ополоумели? Сперва допустили безродную до святого обряда, а потом даже притащили внутрь священной горы. Они навлекли на нас проклятие, и теперь да наши конечно. Дети в каменных курганах. Да, конечно, конечно. У тебя что, сердца нет? Я сражалась рядом с ними, плечом к плечу, спина к спине, до самой смерти. Был бы среди них истинный Нора, всадил бы стрелу тебе в спину. О-о-о, мудак, а. Молчать! Я ваш вождь. А я искатель воли высших матриархов. Открой врата. И я отсюда уйду. Чем быстрее ты уберешься, тем лучше. Мудак, а? Что это? Опа. Опа. Что происходит? Чё, кого, блядь? Что идет? Ого! Ни хрена себе. Тревога! Охренеть. Ага, ничего себе. Великая мать, что он с ними делает? Подчиняет их. Его надо убить. Охренеть, а? Что за беду ты навлекла теперь, безродная? А она-то тут при чем, дебилоид? Убейте их! Убейте всех! Воины, о! Приготовьтесь! Их ящик. Сегодня мы сразимся с проклятием! С демоном! Да ты мать, уже любого демона! Сейчас начнется.
Не-не-не, подожди. Вот он. В атаку! Осторожно! Бегуны взбесились! Опа! Ха-ха! Воу-воу! Ох ты, бля, нихуя ты! Визор покажет слабое место. Вау! На тебе, на тебе, на тебе. Ай, бля, да какой же ты, сука, обоссанный засранец. Воу-воу-воу. Встреча с боссом. Пошел ты нафиг. Лизни мою жопу, сука. Обычными стрелами я буду его ковылять и ковылять. Нужно что-то. Что-то мне нужно. Ай, бля. Как ты зря. Да уйди ты. Ой, я ему в глазго попал. Так, подожди. Давай, падла. Ай. Давай, сука. Давай, иди сюда. Вот кидал. Иди, иди. Да что, блин. Ух, по Шурику люблю клепать. Все, лутаем его. Убийцы не показаны. Ну-ка. Ты их подчиняешь. Что тебе дает их подчинять? Вот. Вот этой штукой. Она соединяется с визором. Так и я могу. Ну, попробуем. Синхронизируешь, если что? Если это прикрутить. Держится вроде. Проверим. Давай. Надо пырнуть кого-то втихаря. Как ты это сделала? Ты убила демона. А вырвала то из него потроха. Я изгоняющий я дьявола. Я поняла, как он их себе подчиняет. Мне так кажется. Но нужно попробовать. Ну, на тропе, ведущей к вратам объятий, всегда много бегунов. Точно. О, у меня сейчас конь будет. Я направляюсь к вратам. Мне надо найти Варла. Я всегда знал, что ты не такая, как все, но... Но что? Теперь, думаю, тебя послала богиня. Что бы Рэш не болтал. Спасибо, Тэп. Мне пора в путь. Я знаю. Буду за тебя молиться. Эх, Тэп, Тэп. Нужно починить врата немедленно. Немедленно. Мне все равно, как вы это сделаете. Приступайте. Нужно починить врата немедленно. Доступны новые протоколы перехвата.
Лентарок, длинношей. Ул. Ой, даже разговаривать не хочу. Говно. Надо найти машину и опробовать на ней этот перехватчик. Так, ну, в принципе, ладно. На этом, дорогие друзья, мы, пожалуй, и закончим. Да-да-да, на самом вкусненьком. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал и жмакайте на колокольчик. В общем, с вами был Хамбагейм. До новых встреч!